четверг в Самарской области будет ясная погода. Осадки не прогнозируются. Температура воздуха в дневное время 0 плюс 2 градуса, ночью минус 1, минус 3. Ветер южного, юго-восточного направлений, скорость 1,3 метра в секунду. В Сызрани ясное небо, днем плюс 2, ночью минус 1 градус, ветер южный, скорость 2 метра в секунду. В Тольятти безоблачно и без осадков, днем плюс 2, ночью минус 1 градус. Южный ветер 2 метра в секунду. В Самаре ясно и без осадков, днем 1 градус тепла, ночью минус 3. Ветер юго-восточного направления 2 метра в секунду. Атмосферное давление повышенное, 762 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 48%, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gizmeteo.ru.